तद्भक्ताय नमो नमः वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अजानुलम्बितभुजौ कनिकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द बलहरि कृष्ण 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 हरि 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 राम 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 बलहरि कृष्ण कृष्ण हरि 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 राम 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 हरि 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 कृष्ण सर्वप्रथम прежде всего Прежде всего, моему Гуру Пада Падме, Нитя Лила Правишта Ом Вишну Пад, Аштата Рашата, Шри Шримат Бхакти Ширупи, Сиданти Госвами Махараджа. Я предлагаю бесконечно саштанг нандават пранамы, склоняясь к его лотосным стопам. Также моему Шикша Гуру Пада Падме, Нитя Лила Правишта Ом Вишну Пад, Аштата Рашата, Шри Шримат Бхактивиданте, Шили Нарайни Госвами Махараджу. Я предлагаю свои Шрадха Пушпанджали, возлагаю их лотосным стопам. Также я прошу всех вайшнавов и вайшнавов принять мои поклоны. Перевод делает кто-то? Делает или нет? Дай ей. Идет перевод. Как зовут владельца дома? Дайанидхи Прабху. И Чандраканти Диди. Чандрика. Сегодня очень благоприятный день, потому что мы в доме Дайанидхи Прабху и Чандрики Диди. Они сегодня позвали преданных к себе, чтобы послушать Харикатху и совершить Харе Киртан. Ради этого они позвали всех бхакт. В Бхагаватам прославляется имя Господа Киртан, Катха о нем. И Катха о Господе в Бхагаватам именуется по-разному. Шукадева Госвами называет Катху не просто повествованиями, а нектаром, амритой. Также Харикатху называют аушадха, лекарством. Шукадева Госвами говорит Ниврита Тайшир, цитата. В начале 10-й песни Бхагаватам Шукадева Госвами рассказывал
о славе Харикатхи, повествовании о Кришне, и объяснил, что есть три ганги. Какие? Кто знает, какие есть три ганги? Кто может ответить? Все забыли, что ли? Одна ганга протекает на Сваргалоке. Ее называют Мандакини. Вторая ганга. Завтра всех спрошу. Итак, вторая ганга протекает в этом смертном мире. Ее называют Багирадхи, потому что Багирадх ее призвал. И третья ганга протекает на Патала Локи. Ее именуют Боговати. Три вида ганги даруют благо на Сварге, в небесной обители, вторая в нашей смертной обители, и третья в Патала Локи, очищает ее. Подобным образом, Катха о Господе также очищает три категории людей. Каких? Кто слушает? Они очищаются. Вторая категория. Кто спрашивает, задает вопросы. И третья категория. Те, кто рассказывает. Эти три категории людей очищаются благодаря Кришна Катхе. Шукадева Госвами говорит, что Кришна Катха настолько прославлена, Ниврита Тащар Упагея Манат. Это значит, что не только мы слушаем Харикатху, не только обусловленные души, но также те Махапуруши, великие личности, кто достигли освобождения, они также слушают Кришна Катху. Например, кто слушает Харикатху? Брахма, освобожденная личность, Нарада, Вьясады, Шукадева Госвами, Парикшит Махарадж, Друва, Прахлада, Амбариша Махарадж, они также слушают Харикатху. Шат Госвами, Шесть Госвами. Поэтому даже освобожденные личности слушают Харикатху, не только обусловленные. Рупа Госвами говорит «Тунда танда венера тим витанте» цитата. Рупа Госвами говорит, что Кришна Катха настолько сладостное, имя Кришны настолько сладостное, что когда имя касается ушей, хочется ругать Брахму, который совершенно не умеет творить, потому что имя Кришны настолько сладко для слуха, что возникает вопрос, почему всего два уха нам дали, почему не миллионы? Карна Крадми. То есть почему миллионы ушей нам не даровал Брахма? А когда святое имя касается языка, Тунде Танда Венератим Витауте, когда святое имя танцует на языке, оно это подобно тому, как Шанкара танцует свой танец Тандава. Итак, когда святое имя также танцует на языке, возникает желание ругать Брахму, который не умеет творить и даровал всего один язык. Почему же он не даровал бесконечное количество языков, чтобы в блаженстве повторять святое имя Кришны? А когда святое имя Кришны входит в сердце, то кажется, что просто поток нектара, ананды, омывает того, кто воспевает святое имя. Настолько сладко имя Кришны и Катха, повествование о нем. Поэтому даже те, кто полностью освобождены от пут материального мира, привлекаются Харикатхой. А те, кто только хотят освободиться из этого мира,
какой для них самый лучший способ достичь желаемого Кришны Катха. И ничего другого делать не надо. Шукадева Госвами сказал Парикшиту: ничего не делай, просто сиди и внимай Харикатхе. Слушая Харикатху, ты сможешь достичь Дхамы, обители Бхагавана. И он действительно ничего не делал, кроме внимания Харикатхе. Он слушал ее, и благодаря этому карета спустилась с Галоки Вриндавана, и в образе гопи он вошел на эту карету и пересек Бур, Бува, Моха, Джана и другие обители. Водичка есть? И Брахма, видя это, был просто поражен. Ведь Парикшит Махарадж что сделал? По сути, ничего. Он просто слушал Кришна Катху. И слушая ее, он отправился прямо на Галоку Вриндавана. Поэтому Брахмаджи принес весы. На одну чашу весов он поместил благо от благочестивой деятельности, например, открытие больниц, школ, университетов. Это он поместил на одну чашу весов, а на другую поместил славу Кришна Катхи. И вторая чаша весов оказалась тяжелее, где была слава Кришна Катхи. Мораль следующая. С Кришна Катхой в этом мире никакая садкарма, благочестивая деятельность не сравнится. Неверно пытаться уравнять их. Есть 9 видов бхакти. Каких? Скажите мне, первый вид бхакти какой? Кто может сказать, поднимите руку. Какой первый из 9 видов бхакти? Кто может сказать? Шраванам. Насколько хорошо мы слушаем, настолько хорошо мы затем сможем совершать киртан, а затем смаранам, затем пада севанам. А если мы не слушаем Кришна Катху, то есть не совершаем первую из этих анг, то что произойдет? Ведь именно насколько мы слушаем Харикатху, настолько наши бхакти возрастают. А если мы не слушаем Харикатху, то все равно нулю. В Бхагаватам говорится, что другие анги бхакти если вы привязаны к ним, но в то же время у вас нет привязанности к Кришна Катхе, к слушанию повествований о Кришне, то все бесполезно. Приводится пример. Если девушка и юноша любят друг друга, то им очень нравится слушать друг о друге. У них ушки на макушке сразу. Что говорят о моем любимом или возлюбленной? Потому что у них есть чувства друг к другу. Поэтому если у нас есть према к Господу, то что послужит признаком этого? Того, что мы очень хорошо слушаем Харикатху. А если нам не нравится слушать Харикатху, то наше бхакти равно нулю. Поэтому первый вид из 9 анг-бхакти – это шраванам, а затем уже киртанам, смаранам и падасеванам. Итак, Брахмаджи доказал, что ничего нельзя в этом мире уравнять с Кришна Катхой. Шукадева Госвами говорит: «Бава Аушада Чотра» – Кришна Катха помогает пересечь океан материального существования, и это лучшее средство, лучшее лекарство от болезни материализма.
И чем же является катха, дава, лекарством? Вишванатха Чакраварти Тхакур пишет в своем комментарии, что лекарство какое? Неприятное, поэтому мы стараемся побыстрее выпить его и запить водой. Чтобы лекарство проникло внутренне, мы не почувствовали его неприятного вкуса. И лекарство от болезни материализма такое же? То есть Кришна-катха такая же неприятная, как и лекарство, которое мы стремимся поскорее запить? Оно горькое? Нет. Чотра-манобирамат. Кришна-катха очень приятна для слуха и сердца. Она дарует ананду, блаженство, как слуху, так и сердцу. Манобхирамат, каха уттама шлока. Повествование о Господе. Те, кто не слушает повествования о Кришне, те, у кого нет ручек к ним, они просто убийцы собственной души. Насколько сильная ручи вкус Кришна-катхе, настолько ваша бхакти будет развиваться. Например, вы пришли сюда, почему? Потому что вы слушаете харикатху, и благодаря слушанию харикатху вы следуете всему остальному. Ставите тилаки, носите кантималы, повторяете на четках. Но те, кто просто воспевают на четках святое имя, и при этом не слушают харикатху, не ставят тилаки, потом перестают кантималы носить, а затем и мало уже откладывают в сторонку. Они будут воспевать Харинам? Нет. Поэтому Чайтанья Махапрабху сказал Рупе Госвами, что мы подобны маленькому росточку. Если его не поливать, то что произойдет? Росточек засохнет, погибнет. Поэтому в Чайтанья Чаритамрите говорится, если нет ручи, вкуса Кришна-катхе, то все бесполезно. Насколько есть вкус к слушанию повествований о Кришне, настолько вы будете должным образом уделять время другим ангам бхакти, воспеванию святого имени. Для кого это возможно? Для того, кто слушает харикатху. Если кто-то просто получил четки от Гурудева, но не слушает катху, то ничего не произойдет. Он ничего не сможет сделать должным образом. Поэтому первый из девяти анг бхакти — это шраванам, то есть слушание, а затем уже киртанам — воспевание, затем смаранам — памятованием, затем пада-севанам и так далее. Первый анга — это шраванам, слушание. Поэтому необходимо слушать повествование о Господе, развивать вкус к этому. И тогда ваша бхакти будет развиваться. Сегодня, поэтому очень благоприятный день, потому что мы в доме Дайанидхи Прабху и Чандрики Диди собрались. Они позвали преданных, чтобы послушать о Господе и совершить киртан. Шри Прабхупада говорил, пока Господь не прольет особую милость, то душа не сможет слушать харикатху, повествование о Господе. Бхактивинода Такур говорит, «Бхактивинода Грихе Бхачана Деки Бхачан». Прасада Сев Бхактивинода Такур поет «Чарина грихе баджана грихе тангола кабай». Если в доме есть харикатха, харикиртан, то это не просто дом, а уже галока Вриндавана. Шукадева Госвами говорит «Сарвани тиртхани васанти татра». Цитата. В
том месте, где повествуют о Господе Сарвани, Тиртхани, Васанти, Татра, все святые места собираются в таком месте. Знаете, сколько тирх на земле? 6 арам. Знаете, сколько это? 1 крор — это 10 миллионов. 100. Итак, 1 крор — 10 миллионов. А 100 кроров — это 1 арам. А че арам — 6 арамов. Сколько это? Представьте себе. Вот столько, 6 арам святых мест на земле. И те, кто слушает Кришна Катху, уже естественным образом посещают святые места все и принимают омовение во всех святых реках. Поэтому сегодня очень благоприятный день. Мы собрались здесь, чтобы послушать о Бхагаване и совершить киртан его имен и получить его благословение. 2 дня мы уже слушаем о Шриле Бхакти Сиддханте Сарасвати Госвами Прабхупаде, и сегодня мы продолжим то, что мы начали слушать. Те, кто получили Харинам у Прабхупады, насколько они удачливы. Послушайте одну историю. Однажды у Шрилы Прабхупады был ученик, который получил от него харинам и дикшу, и жил в Мадхе как брахмачари, но затем привлекся чарами одной девушки, оставил Мадх, женился на этой девушке. Но эта девушка не совершала бхакти. Но он привлекся ее красотой, обезумел от ее внешности и женился. Это было в Бенгалии, где люди едят рыбу и мясо. Какое-то время он еще держался, не кушал рыбу и мясо, но ведь он жил в доме. И как говорят обычно, как дела, как все проходит? По милости Бхагавана, как живете? И никто не скажет, что все проходит так, как хочет Господь Рама. Все происходит по желанию Ситы. То есть такая шутка, понимаете? То есть это значит, что все в доме происходит по желанию жены, а не мужа. То есть по желанию Ситы, а не Рамы. Поэтому не по желанию Рамы, по желанию Ситы. Что жена захочет, то муж и делает. Если жена хорошая, совершает бхакти, то все в семье будет благополучно относительно бхакти. Но если жена не совершает бхакти, то мужу будет очень тяжело, практически невозможно совершать бхакти. Но если жена совершает бхакти, то есть если жена правильная, то бхаджан в семье будут совершать. Итак, жена этого бывшего брахмачари кушала рыбу и мясо. Поэтому через какое-то время и он тоже начал кушать рыбу и мясо. Оставил гуру мантры, оставил бхаджан, все оставил духовное. Полностью поступал так, как жена хочет. Когда он умер, и члены семьи окружили его, подготовили, чтобы его тело отнести в крематорий. В это время его душу забрали на Ямалоку. Ямадуты забрали его душу. И Яма Махарадж со своего трона, увидев издалека, что его несут, сказал своим слугам: «Эй, вы кого несете? Кого вы несете? Вы знаете, кто это? Он ученик Шрилы Бхакти Сиддханта Сарасвами Госвами Прабхупады, а не обычная личность. Я не могу его наказывать. Немедленно верните его обратно в материальную, в мирскую обитель». А тело-то уже его готовили отнести в крематорий и сжечь там.
То есть тело не подавало признаков жизни. И внезапно душа вернулась в тело, и человек этот вскочил с возгласом: «Где мои четки? Где четки?» Все были просто в шоке. Все члены семьи не понимали, что произошло, потому что он-то умер уже. И тогда спросили: «О чем ты говоришь? Ты же умер!» Он ответил: «Ямадуты забрали меня к Яме Махараджу. Когда Яма Махарадж увидел меня, то он закричал, что не может меня наказывать. Почему? Потому что я ученик Шрилы Прабхупады. И приказал вернуть меня обратно. Поэтому я оказался снова в этом теле». И что же произошло потом? Тогда был Шрила Бхакти Дайта Мадхава Госвами Махарадж, ученик Шрилы Прабхупады, принявший у него прибежище. Шрила Бхакти Дайта Мадхава Госвами Махарадж. И во сне этот ученик увидел Прабхупаду, который сказал: «Получи второй раз харинам и дикшу у Шрилы Бхакти Дайта Мадхава Госвами Махарадж», потому что тот уже долгое время не повторял дикшу мантры харинам, кушал рыбу, мясо. Поэтому он в читании Гаудия Матхи получил посвящение еще раз и снова вернулся к воспеванию святого имени. И он осознал, что, получив посвящение у истинного гуру, он спасся от ада, поэтому снова начал совершать духовную практику и затем уже оставил тело через какое-то время. Поэтому те, кто приняли прибежище у Прабхупады, получили у него харинам и дикшу, даже не подвластны Богу смерти. На этом примере мы видим, что ученика вернули из царства Ямараджа в этот мир. Настолько Шрила Прабхупада прославлен. Шрила Прабхупада говорил: те, кто принимает у меня прибежище, хотя бы раз принимает у меня харинам и дикшу, до тех пор, пока я не приведу их на Голоку Вриндавана, ради них я готов тысячи раз рождаться в этом материальном мире, приходить сюда, пока я каждого не приведу на Голоку Вриндавану. Такое заявление сделал Шрила Прабхупада. Поэтому его ученики далеко не обычные личности. Браманда, Брамите, Кон, Бхаги, Ванджив. Цитата. Те, кто приняли прибежище у подлинного духовного учителя, до этого уже столько времени скитались по всему этому мирозданию, и по великой удаче они пришли в подлинную линию и встретили действительно настоящего гуру. Поэтому вы тоже очень удачливы. Знаете, кто такой Прабхупада для вас? Кто такие дети Прабхупады? Шрила. Его ученики Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж, его ребенок. А ученики Ачарьи Кешари — это Шрила Бхакти Веданта Вамана Госвами Махарадж. И Вамана Госвами Махарадж получил харинаму Прабхупады. Также есть Мадхава Махарадж, Бон Махарадж, Сиданти Махарадж, ученики уже Шанарайана Госвами Махараджа. И вы получили посвящение у них. Поэтому кто вы для Прабхупады? Его внучата, насколько дети любят детей очень сильно, насколько родители любят сильно детей, настолько сильнее бабушки и дедушки любят внуков. Вот посмотрите, бабушки никогда не раздаются со своими дедушками, со своими внучатами. Они их так любят, гораздо сильнее, чем своих детей. Постоянно на коленки сажают внучат. И мы внучата, правнучата Шрилы Прабхупады. Поэтому, конечно, он подарит нам свои благословения. Одна, что требуется, посвятить жизнь Бхагавад Бхакти. Никогда не оставлять гуру и вайшнавов. Что нужно? Никогда не покидать гуру и вайшнавов. Так или иначе, одну жизнь, Прабхупада говорит, одну жизнь посвятите преданному служению, воспеванию святого имени, совершению анг-бхакти. Так проведите свою жизнь. И тогда ваша бхакти окрепнет.
и постепенно будет разливаться, и вы обретете ручи, вкус к преданному служению. Еще раз громче. Еще послушаем о Прабхупаде. Слушайте внимательно. Когда я в следующий раз приеду, вас спрошу. Все запоминаете все эти лилы? То же самое на английском. Когда я приеду, я вас спрошу и посмотрю, кто запомнил, кто нет. Итак, дальше о Прабхупаде. У Бхактивинода Тхакура было 5 сыновей. Один из них очень сильно болел. И Прабхупада служил ему, этому болеющему ребенку. То есть Бимала Прасад, детское имя Прабхупада, служил своему больному брату. Когда тот уже готовился оставлять тело, то сказал, что ранее я рождался в Рамануджа Сампрадае и был садху. Был очень известным, важным садху, гуру в Рамануджа Сампрадае. И когда я уже оставил тело, тогда, готовясь затем вознестись на Вайкунтху в обитель Господа, я не смог этого сделать. На полпути я был остановлен от попадания на Вайкунтху. Почему? Из-за Вайшнава Апарадхи. Вот послушайте, что такое Вайшнава Апарадха. И из-за какой Вайшнава Апарадхи? Потому что я был ачарьей. И участвовал в спорах. Например, мы поклоняемся Радхе Кришне, Махапрабху, кто-то Ситараме, кто-то Лакшми Нарайане. У всех разные иштадевы, покровительствующие божества. И я, как гуру, иногда устанавливая превосходство своего бхакти, говорил, что наша сампрада лучшая. И при этом иногда я совершал апарадхи, оскорбления в отношении Бхактивинода Тхакура, некорректно высказываясь о нем. Поэтому я не смог попасть на Вайкунтху из-за Вайшнава апарадхи. И поэтому я вернулся в этот материальный мир, снова принял рождение. Я думал, что же мне делать? Перед рождением я понял, что Бхактивинода Тхакур еще присутствует в этом мире, поэтому я принял у него прибежище и родился как его сын. И теперь я признаю, что я совершил апарадху Бхактивинода Тхакуру, из-за чего родился снова в этом материальном мире. Бимала Прасад, будущий Прабхупада. Этот болеющий ребенок сказал Прабхупаде, что однажды ты станешь выдающимся ачарьей в Гаудия Сампрадае, очень известным, великим садху. Поэтому я прошу Бхактивинода Тхакура простить меня и пролить на меня милость. Вайшнавы очень милостивы. Поэтому Бхактивинода Тхакур простил апарадху этой личности. И что же было доказательством действительно прощения? Болеющий ребенок сказал, что когда я буду оставлять тело, то тилаки Рамануджа Сампрадая сами собой проявятся на моем теле. И это послужит доказательством того, что все апарадхи прощены.
все оскорбления прощены. И действительно, когда он оставлял тело, 12 тилаков Рамануджа Сампрадай сами собой проявились на его теле. Бхактивинода Тхакур и Прабхупад присутствовали тогда. Этот ребенок поклонился им и оставил тело. Поэтому вайшнава апарадхи очень опасны. На пути бхакти они очень-очень опасны. Есть 10 видов нама-апарадх, оскорбления святого имени. И первое из них — это вайшнава апарадха. Оскорбление вайшнава. Не гуру нинда, оскорбление, пренебрежение гуру, а вайшнава апарадха. Почему? Потому что гуру у нас и так есть любовь, естественно, потому что это же наш гурудев. А вайшнава мы думаем, а кто такие вайшнавы? Мы пренебрегаем временами вайшнавами. Но гуру и вайшнавы едины, они не отличны. Например, мой гурудев. Кто? Бхакти Сварупа Сиддханта Госвами Махарадж. А учитель Бон Махараджа — это Шрила Бхактивиданта Вамана Госвами Махарадж. Вамана Госвами Махарадж, чей гурудев? Бон Махараджа. А мой гурудев — Бхакти Сварупа Сиддханта Госвами Махарадж. Мой гурудев для меня гурудев. А для Бон Махараджа мой гурудев — это вайшнав. Для Бон Махараджа его гурудев — гурудев. А для меня его гурудев — вайшнав. И что же получается, что мой гурудев только не является гурудевом? То есть вайшнавы не являются гуру, вайшнавы являются для кого-то гуру, а для кого-то вайшнавами. Поэтому нужно опасаться совершать вайшнава апарадхи, понимая, что вайшнавы от гуру не отличны. Никогда не слушайте оскорбления вайшнавов. Слушание оскорблений вайшнавов приравнивается к тому, что вы сами оскорбляете вайшнавов. Поэтому не нужно ни оскорблять вайшнавов, ни слушать, как их оскорбляют. Махапрабху прояснил важность уважения вайшнавов. Он всем раздавал прему, кроме своей матери Шачиматы. Она стояла за воротами, ожидая этой премы. Но Махапрабху свою мать не звал, чтобы одарить ее премой. И тогда Шривас Пандит спросил: «О, Прабху, ты всем даешь прему, но твоя мама стоит снаружи, даруй же прему и ей». Махапрабху сказал: «Я не дам ей прему». «Почему?» «Потому что она совершила вайшнава-апарадху». «Вайшнава-апарадху? Как же это было возможно? Чьим лотосным стопам? Адвайта Ачарьи. Как же это произошло?» Когда старший брат Махапрабху Вишварупа принял саньясу и оставил дом, это произошло в результате чего? В результате обучения в школе Адвайта Ачарьи. Адвайта Ачарьи так прекрасно преподавал, передавал такие знания, что, слушая их, Вишварупа, старший брат Махапрабху, оставил все в этом мире, принял саньясу и ушел. Шачимата так расстроилась, так опечалилась этому и сказала: «Кого называют адвайтой? А значит нет, двайта значит два, двойственность, то есть когда нет двойственности, а двайта, то есть когда единение, то есть адвайта это тот, кто помогает прийти в единение, в единство. Но ты так учил моего сына, — говорила Шачимата Адвайте Ачарье, — что он все оставил, принял саньясу и ушел. В Индии, согласно индийской культуре, все родители хотят чего? Чтобы дети, когда выросли, а родители, когда состарились, то дети не сдавали родителей в дом престарелых. А присматривали за родителями. Все родители этого хотят. Они рождают детей, дают им рождение и воспитывают, чтобы дети затем заботились о них.
И поэтому Шачимай сказала, что ты не адвайта, ты не тот, кто объединяешь, а ты тот, кто разделяешь, ты двайта, потому что ты так учил моего сына, что наставил меня. И Махапрабху сказал, из-за этого оскорбления я не дам ей прему. Ей нужно попросить прощения. И так она освободится от этого оскорбления. И Шачимата, кто это? Это мама Яшода. Это мама Кришны, мать Господа. И что ей пришлось сделать? Она просила прощения у лотосных стоп Адвайта Ачарьи. И уже после этого Махапрабху дал ей прему. Учение следующее. Если мы совершили вайшнава парадху, оскорбили лотосные стопы вайшнава, то что нужно сделать? Извиниться. Не нужно думать, о, мы такие возвышенные, как же мы можем просить прощения у лотосных стоп кого-то. Не нужно так считать. Не нужно думать, что мы такие возвышенные. А Шачимата, вы возвышеннее ее, она мать самого Господа. А Адвайта Ачарья ей как сын, но она, как мать, все равно просила прощения. То есть учение в следующем. Какими бы возвышенными вы себя ни считали, если вы совершили оскорбление, то извинитесь. Так вы освободитесь от последствий своего оскорбления и сможете воспевать святое имя. Громче. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. इसलिए ये भक्ति विनोद ठाकुर का जीवन में हैं Итак, в жизни Бхактивинода Такура была такая история, пример для нас. И Прабхупада тоже показал нам такой пример, важность избегать вайшнава парадхи. Прабхупада, Сарасвати Такур, иногда для проповеди использовал машины. Раньше не было машин, это сейчас они везде. Даже на лошади была редкость передвигаться. А если был велосипед, то вообще. Я жил в маленькой деревне, и когда я видел у кого-то велосипед, мы понимали все, что ничего себе велосипед. В Суринаме. Даже раньше было маленькое поселение. Кто там жил в Суринаме? Кто там живет? Велосипеды. Ездил на велосипедах? Как в маленьких поселениях даже велосипед — это редкость. А если есть мопед, так вообще роскошь. Что уж говорить о машине. Машина — это для правителей, не для простых смертных. Не так-то легко купить было машину. И Сарасвати Тагор для проповеди передвигался на машине. При этом он одевал хороший костюм, хорошую обувь, просто с иголочки одевался, чтобы проповедовать в колледжах. И кто-то его однажды спросил, «Вы же садху?» Обыватели как воспринимают садху? С нечестными волосами, непонятно во что одеты, в грязи, тело пылью покрыто. Под деревом сидят, а тут такой садху, одет с иголочки, на машине разъезжает. Что это за садху такой? Это же для царей такая одежда, такое средство передвижения. И Прабхупада ответил, что уж говорить о машине. Я хочу, чтобы у меня, ведь у меня столько харикатхи, что я хочу 10-20 самолетов, потому что с Голоки Вриндавана я принес столько харикатхи, я посланник Махапрабху. И чтобы раздать харикатху, которую я принес с Голоки Вриндавана, мне нужно 10-20 самолетов. मेरे को थोड़ा आदर कर दे उसे
имбирь просим груды. Так Прабхупада сказал, мне нужно 10-20 самолетов, потому что у меня столько харикатхи, которую я хочу распространить по всему мирозданию, поделиться ею со всем миром, повсеместно проповедовать. А вы о машине говорите. Прабхупаде также говорили, когда Прабхупада устраивал выставки, например, там были сценки, как отец бросает Прахлада Махараджу в огонь, но и там Прахлада Махарадж воспевает святое имя. Видя это, люди говорили, ничего себе, столько электричества впустую тратите на выставке. Можно было на благо использовать, на что-то действительно полезное. Прабхупада отвечал, все электричество этого мира, если использовать для этого, то есть для служения Господу, то вот тогда люди действительно получат благо. До Прабхупады те, кто приходили в этот мир, говорили, все оставьте, покиньте все, от всего отрекитесь. Но Прабхупада сказал, не надо ничего оставлять. Наоборот, используйте это. Все используйте для бхакти. Не нужно ни от чего отказываться. До этого Госвами, Горкишора Дас Бабаджи Махарадж, Джаганнатха Дас Бабаджи Махарадж и Госвами жили под деревом и совершали уединенный баджан. Так они проводили свою жизнь. Но Прабхупада что сделал? Он не так вел себя. Он построил огромные красивые храмы и сказал, нет, кто Господь всего? Кришна. Кто наслаждающийся? Кришна. Поэтому все должно использоваться для Него. Все имущество должно использоваться для Него. Лакшми чья? Нараяни. А кто такая изначальная Лакшми? Это Радарани. То есть она принадлежит Кришне. То есть изначально Лакшми принадлежит Кришне. Поэтому Лакшми, деньги, богатство должны использоваться для Кришны. Поэтому Прабхупада огромный храм строил. Он возвел 64 матха. Некоторые спрашивали Прабхупады, вы же садху, под деревом должны сидеть и баджан совершать. А вы такие храмы возводите. Зачем? Прабхупада отвечал, там еще и храмы были, дорожки хорошие. И Прабхупада отвечал, это не для меня, это для вас. Не для меня. Я могу и под деревом совершать свой баджан. Но для вас это необходимо. Вы не сможете так совершать баджан. Если бы я совершал баджан под деревом, вы бы что, пришли ко мне? Нет, никто бы не пришел. Вы приходите ко мне, потому что ради вас есть все эти прекрасные храмы, вкусный просад. И поэтому вы приходите ко мне. Поэтому храмы не для меня, а для вас. Если бы Прабхупада не пришел в этот мир, то мы бы не смогли совершать баджан. Гуруджи говорил, цитата, читание Чаритамриты. Кришнадас Курячка с вами говорит, что он хуже червя в испорожнениях. Также Моиса Папишта, он говорит, что он греховнее Джагай Мадхая, а Джагай Мадхая настолько греховный, что Читрагупта, когда записывал их грехи,
тетрадками с их грехами было заполнено все помещение. Но Кришнадас Курачкасвами говорит, я еще греховнее, чем Джагая Мадхай. Те, кто произносят мое имя, теряют плоды всего благочестия. Те, кто слышит мое имя, становятся грешниками. Они становятся, то есть они обретают все грехи и теряют все свое благочестие. Настолько я греховный, что кто бы мог пролить на меня милость? То, в оригинале только Нитянанда Прабху, а в этом примере только Прабхупада мог пролить милость на таких джив, как мы, которые абсолютно падшие. Только Прабхупада мог сделать это. Поэтому, если бы он не пришел, то не было бы того, что есть сейчас. Настолько Прабхупада милосердный. Да. Да. Есть удивительная особенность, деталь в его жизни. Какая? Когда он оставил тело, это было ночью, то все часы во всех Гаудиамадхах, он в Калькутте оставил тело, но во всех остальных Гаудиамадхах часы остановились, а часы раньше были другие, не такие, как сейчас, которые мы на руке носим, не электронные, а которые нужно было подводить. Но когда Прабхупада оставил тело, все часы одновременно во всех Гаудиамадхах остановились, и люди были поражены и поняли, что именно в это время Прабхупада оставил тело, поэтому везде часы остановились. Такая удивительная деталь в его жизнеописании. Однажды Прабхупада отправился к святому месту. Когда он подошел, там были ступеньки. Было 5-6 ступенек. И когда Прабхупада начал ступаться, то вода сама собой начала вздыматься вверх. Она поднималась, коснулась стоп Прабхупады и опять стекла вниз. И ученики были поражены, увидев это. Почему так произошло? В Бхагаватам говорится, цитата, в Бхагаватам говорится, что садху являются святыми местами. Есть Ганга, Ямуна, Сарасвати, святые места, реки, которые протекают в определенных местах. Но садху — это тиртхи, которые перемещаются в пространстве. То есть как бы ходячие святые места. Динамичные. В сердцах садху живет Бхагаван. Поэтому все святые места, где находятся у лотосных стоп святых. С лотосных стоп Господа стекает Ганга. А Господь где живет? В сердцах преданных. Поэтому все святые места находятся у стоп преданных. Возникает тогда вопрос, зачем садху святые посещают тиртхи, святые места? Зачем они омываются в них? Причина в том, что когда грешники посещают святые места, омываются в водах святых рек, то они оставляют в них свои грехи. И как же святым местам очиститься от этих грехов? Это возможно, когда чистые преданные приходят и касаются вод своими лотосными стопами, принимают омовение. Тогда они очищают святые места от всех грехов, которые ранее люди оставили в них. Это под силу садху. Поэтому такая удивительная деталь тоже. Случай произошел в жизни Прабхупады. Ранее Прабхупада один раз в год публиковал журнал.
газету. Затем подумал, что этого недостаточно. Затем он начал публиковать газету раз в полгода. Но подумал, что и этого недостаточно. Затем начал выходить ежемесячный выпуск. Но Прабхупада сказал, что и этого недостаточно для того, чтобы люди обрели благо. Поэтому начались выпуски раз в две недели, затем каждую неделю, а затем ежедневные выпуски Харикатхи, потому что люди с утра садились и читали о Боге. Тогда еще не было смартфонов, телевизоров, поэтому люди с утра читали публикации о духовном. Так же, как сейчас мы читаем газеты, вот тогда были не просто газеты, а публикации о Господе. Так много усилий Прабхупада прилагал, чтобы души обрели благо. Всю свою жизнь он посвятил тому, чтобы принести благо другим. Однажды в одно место собрали разных-разных святых, чтобы они дали лекции. Позвали также и Шрилу Прабхупаду. Он приехал, и всем распределили время. Было 7 дней на катху, и распределили, что каждый будет по часу говорить. Это собрание было организовано царем. Когда настало время Прабхупаде говорить, ему не выделили должного количества времени. Почему? Потому что Прабхупада так проповедовал в то время, такая мощная была проповедь, что все другие проповедники, которые говорили нечистое учение, слыша катху Прабхупады, боялись, потому что Прабхупада нес чистое учение и делал это очень могущественно. Как в этом говорится? Дутам, панам, шанам, стриям. Место, где Кали, четыре места, где Кали нашел прибежище, где Парикшит Махарадж разрешил Кали присутствовать. Первое место, где играют в азартные игры. Второе, где принимают нечистые, одурманивающие вещества, такие как пан, сигареты, ганджа и чай в том числе. В сампрадаях в Индии есть разные сампрадаи, и все они пьют чай. Только в наши годы сампрадаи, причем у нас есть тоже и бабаджи, которые чай пьют. Но в линии Прабхупады в Гаудия Матхе, в Исконе, не употребляют чай, он не допускается. И кофе тоже не пьют, этого не разрешается. Мы уже ранее слышали, как Прабхупаде предлагали разрешить всего две вещи, чтобы он стал тем, кому пришли ученики других сампрадай, то есть разрешить всего две вещи — пить чай и курить. Только этого разрешить, чтобы все присоединились к нему, и осталась только одна сампрадай — его. Прабхупада ответил, «Нет, мне нужна луна, потому что луна может осветить все вокруг. Мне не нужны тысячи звезд, потому что они на это не способны». Итак, Прабхупада очень могущественно проповедовал, поэтому все остальные сампрадаи боялись его. И поэтому ему не дали должного количества времени, понимая, что если он сейчас начнет говорить, то разрушит ложные аргументы всех выступавших, и их имя будет просто втоптано в грязь. Поэтому ему выделили всего 5 минут. Прабхупада тогда сказал «хорошо» и начал говорить слоку «Брахман Добрамите Кон Пагьонджи». Цитата.
Прабхупада процитировал две этих важных строки о том, насколько важно встретить Гуру, и это возможно только когда душа уже наскиталась в этом мироздании. И такая очень удачливая душа получила возможность встретить истинного Гуру. Когда Прабхупада сказал эту шлоку, отвечавший все время сказал: «Все, все, все, ваше время истекло». Прабхупаде просто не дали выступить. И Прабхупада, живя там 7 дней, принимал только листики туласи. И так он провел 7 дней на листиках туласи. У него были тарелочки с рисом, с сабджи, с далом, но он ничего не принимал. Его севак спрашивал: «Прабхупада, вы 7 дней, почему только туласи принимаете? Почему не принимаете прасад?» Прабхупада что ответил? «Я пришел сюда ради одной задачи, ради того, чтобы дживам донести до джив послание Махапрабху. Мне не дает этой возможности. Поэтому как же я могу от этих людей принять что-то? Ведь я еще ничего не дал им. Это невозможно. Если я ничего не дал, как же я могу что-то взять от них?» Поэтому те, кто преданные Прабхупады, когда отправляются в разные дома, до того, как киртан и катха прошли, ничего не принимают, потому что они еще ничего не дали. Как же они могут что-то принять? И поэтому Прабхупада ничего 7 дней не принимал, кроме листиков туласи. Настолько были строгими учения и воззрения Прабхупады. Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама. Громче. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Это Прабхупада не. Абхи Бхактивинода Тхакура соч рахе хэн. Бхактивинода Тхакур, когда Прабхупада был юным, думал, что Прабхупаде нужна какая-то работа. Прабхупада не работал тогда. И тогда в Манипуре, в Асаме, для царского наследника Прабхупаду отправили в качестве учителя. В это время его жалование составляло 100 рупий. Это огромные деньги в то время были. И Прабхупада начал учить царевича. И обучая его, он также рассказывал о бхакти, о том, насколько редка эта жизнь, для чего Господь даровал нам эту жизнь, что в любом форме тела можно наслаждаться, но тело человека только для бхакти. Тулаям лавинапи, насваргам, напанарбавам. Кто знает шлоку, скажите из Бхагаватам. Постарайтесь выучить ее. Она очень важная и прославляет садусангу. Цитата. Приту Махарадж, когда встретился с четырьмя кумарами, Приту Махамарадж, Сакти Авеша, аватара Господа, обсудил славу садусанги. Одна лава садусанги очень важна, при этом одна лава — это 1/11 секунды. Даже если такое короткое количество времени садусанги есть в вашей жизни, 1/11 секунды, то это превышает счастье Брахмалоки, а Брахмалока дарует больше счастья, чем счастье на обителях ниже нее. Настолько садусанга прославлена, что превышает даже такое райское счастье. Итак,
Этот царевич общался с Прабхупадой, с Наяной Мани Манджари, поэтому постепенно он начал тилаки ставить, кантималы носить, повторять на четках святое имя. И его любовь к родителям постепенно переключилась на Прабхупаду. Он свободное время посвящал не родителям, а тому, чтобы читать Писание, повторять святое имя. И царица всерьез обеспокоилась, что это за учитель такой, который постепенно из моего ребеночка делает садху святого. Ведь царевич должен потом править, а не садху становиться. И Рани сказала, вот этого учителю разжалуйте, иначе я покончу с собой. Увольте этого учителя. И царю пришлось сказать Прабхупаде, то есть Бимала Прасаде тогда, пожалуйста, больше не нужно учить моего сына. Я в месяц давал вам жалование 100 рупий. Я готов его сохранить за вами. Вы и дальше продолжите получать эту сумму, только, пожалуйста, не учите моего ребенка. Прабхупада ответил, цель, ради которой я пришел сюда, уже достигнута. Какая? У царя была огромная библиотека, где были в том числе Пурана, Итихасы, Веды, Упанишады. Очень хорошая библиотека. Прабхупада за это время изучил уже все интересующие его книги. Поэтому он сказал, та цель, ради которой я прибыл сюда, достигнута, поэтому не нужно отправлять мне жалование. Я достиг того, чего хотел, поэтому ухожу. Прабхупада уехал, встретился с Гауракишвардас Бабаджи Махараджем, принял затем саньясу и начал проповедовать. При этом Прабхупада думал, моя Гуру Варга, Джаганатхадас Бабаджи Махарадж, Бхактивинода Такур дали мне указания издавать журналы, проповедовать, но у меня нет денег, нет людей, как это сделать? И тогда ночью во время сапна самадхи он увидел Махапрабху со спутниками, которые сказали, не волнуйся, только начни, и мы позади тебя пошлем людей. Просто начни. И Прабхупада думал затем, раньше я считал, что у меня ничего нет, но теперь я увидел Бхактивинода Такура, Гауракишвардас Бабаджи Махараджа, Махапрабху. Они заверили меня в том, что нужно просто начать и не волноваться. И поэтому Прабхупада сказал, у меня теперь уже 100 раз больше уверенности в том, что я не один. Со мной Махапрабху, со мной Нитянанда Прабху, Наротам Дас Такур, Шриниваса Ачарья. И поэтому Прабхупада начал очень решительно проповедовать. И постепенно повсюду он начал доносить послание Махапрабху. Это было подобно потоку. Прабхупада где родился? Говорите, Бхакти Сиддханта Сарасвати Прабхупада, где принял рождение? Кто может сказать? Пури? Какое Пури? Джаганнатха Пури. Почему он там явился? В чем причина? Причина в том, что в Падмапуране говорится, что очень важные, возвышенные садху будут принимать рождение в Джаганнатхапури, и оттуда будет распространяться Бхагавадхарма. Об этом говорится в Падмапуране. Кроме того, это Випраламхастан, время, место разлуки, место, где Махапрабху, это место Джаганнатхи. Поэтому Махапрабху принял там рождение. И третья причина — это место, где Махапрабху жил 18 лет. И ту прему, которую Махапрабху оставил, Прабхупада продолжил раздавать. Поэтому Прабхупада принял рождение в Джаганнатхапури. Джай. Джай.
समागत गौर भक्त वृंद की निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। टाइम हो गया ना, время закончилось, да? इसलिए कहते इसलिए Итак, о Прабхупаде можно столько говорить. По утрам мы слушаем в доме этой дяди, мы слушаем ответы, которые Прабхупада давал на разные вопросы. Нет такого вопроса, который мог бы у нас возникнуть, и на который Прабхупада бы не дал ответ. Поэтому утром мы слушаем это писание. Оно очень важное и состоит из ответов, которые Прабхупада дал на различные вопросы. Очень хорошая книга, составленная по этим ответам. Прабхупада прольет на нас милость. Мы молим Его об этом. Мы молимся о том, чтобы ту прему, которую Он принес и хочет раздать, мы смогли обрести. И чтобы мы всю жизнь под руководством Гуру и Вайшнавов совершали Бхагават Бхаджан. Об этом мы молимся о Прабхупаде, надеясь обрести Его благословение. Джай. Сабарикара Прабхупад ки. Джай. Сабарикара Гаур Хари ки. Джай. Итай Гаур Бреманинде. Хари Хари Бо. Хари Хари Бо. Джай. Гурдев ки. Джай. Арти готова? Карти готова, все. Начинаем.